Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 109. Выразите в процентах. 7 десятых всего урожая яблок. 7 десятых. 1% – это 1/100 часть. Представим эту дробь в виде дроби со знаменателем 100. А это значит, надо домножить числитель и знаменатель на 10. Получаем 70 сотых. А 70 сотых – это 70%. Раз 1/100 – 1%, 70 сотых – это 70%. И аналогично БМ. 3/5 всего урожая яблок. 3/5. Представим эту дробь в виде дроби со знаменателем 100. А это значит, надо домножить числитель и знаменатель на 20. 3 умножить на 20 будет 60. 60 сотых. А 60 сотых – это 60%. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.